Мещунина. Здесь мне точно не рады. Звоню в колокол.
не остановить! Забьем это, сволочь! Сюда, воины! Звоню в колокол!
стрелять, только с той стороны. Смертный приговор от Рива Селвина за мелкую кражу и хайни. Мужу и жене. Их скоро казнят. Заперли с той стороны.
Сатан в Доме Божьем. Надеюсь, ты здесь в поисках искупления? Твой Бог подождет. Я пришел встретиться с тобой. Вот как значит? Придет гордость, придет и посрамление. Но со смиренными мудрость. Ты знаешь, почему я говорю это. Верно. Но я не уверен, что ты в силах выполнить нужную задачу. Как Иисус сказал Фоме, я есть путь и истина и жизнь. Перечисли по порядку дела Христа. Лишь тогда ты приблизишься к Богу. Стоит ли отвергать мольбы немытого язычника, что хочет познать Бога? Прими меня как есть, и я стану служить ему. Как же тяжела ноша учения для столь недостойных. Но я вижу, что одним словом Божьим не спасти твою душу. Идем. С кем я встречусь, священник? Мне надоела тишина. Чш. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. Но лишь в речах человек познает человека, а в безмолвии только глупеет. Тихо. Болтовня оскорбляет его. Дошли! Пусть Христос, от которого в страхе бежала нечисть, наделит меня своей силой. Помог ли тебе урок Божий? Все священники Винчестера говорят загадками. Ты рискуешь жизнью, король Альфред. Я пригласил тебя, чтобы поговорить на равных. Или даны не чтут законы гостеприимства в Уэссексе? Ты отдал моего ярла той твари из Ордена Древних, воительнице Фулке. Фулке была врагом Уэссекса. Но, похоже, кто-то уже избавил от нее мои земли. Если не знаешь, это сделал я. Похвально. Уверен, ее смерть — большой удар для Ордена Древних. Что тебе известно об Ордене? Лишь это, не более. В этом письме некий бедный воин Христов говорит о грядущем покушении на мою жизнь. Петля, Перо и Сакс. Трое, что жаждут твоей смерти. Уже двое. Епископ Эалферт мертв. Я уверен, что Сакс именно он. Кроткий слуга вашего бога. Как неловко. Но его смерть сплотила христиан Винчестера. Надеюсь, гибель его соучастников приведет к тому же. Проще дать ордену убить тебя. Так мы быстрее захватим Англию. Смерть правителя не избавит земли от заразы. Обещай мне награду, достойную песен. Вес короля, серебро. Хорошо. Столько, сколько унесешь. Утром мой риф Гудвин не пришел на свой пост. Он надежен? Гудвин шел по зацепкам, найденным в этом письме, и бесследно исчез. Где его видели? В его доме у западных ворот. Начни поиски там. Эйвор, веди себя как подобает гостю. Мой город не поле боя. Пока нет, король. Но ненадолго.
нужно найти Рива Гудвина. Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах Асвард Альфахеймик. Да. У тебя есть ли... Есть ли... Твоя... Что, блин? Нужно быть осторожнее.
Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я.